В Челябинской области развернут 2500 коек для пациентов с коронавирусом. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер в разговоре с врачами 3-й областной больницы, где будут лечить больных с COVID-19. Насколько врачи готовы к борьбе с пандемией и кто поможет самим докторам? Владислав Чухров расскажет. Огромное вам спасибо за вашу работу и от меня, и от всех наших жителей. Спасибо. Губернатор Алексей Текслер говорит врачам, которые ежедневно выходят на передовую в борьбе с коронавирусом. Он лично приехал посмотреть, насколько 3-я областная больница готова к эпидемии и какую поддержку получат медики в сложный для них период. Сходу ставит задачу главврачу, министру и замам – обеспечить работников всеми выплатами и рассмотреть для них варианты карантина. И возможное размещение их в гостиницах, да, и, соответственно, отдельное питание и так далее. Эти вещи все более и более актуальны. Вот очень внимательно надо посмотреть. Договорились? Да. В этой больнице развернуто уже 120 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. И дополнительно могут создать почти столько же. Мы, конечно, все надеемся с вами, что нам эти койки не понадобятся. У нас сегодня 61 человек находится в больницах по ковиду, а мы разворачиваем вот на этом первом этапе 2500 коек. Запас понятен, надо быть готовым, это принципиально. Каждые 5 минут здесь проводят санобработку помещений, где потенциально может находиться вирус. Вся больница поделена на чистую зону, где нет зараженных пациентов, и опасную, где их лечат. Синим цветом обозначены помещения, куда не попадают пациенты с подтвержденным диагнозом. А вот уже за этой дверью зона карантинная обозначена красным цветом. Туда попадают потенциально зараженные пациенты, там им делают компьютерную томографию, ставят диагноз. И туда вход только для медиков и только в специальных костюмах. В каждой палате есть доступ к кислороду. Кроме того, здесь 42 аппарата искусственной вентиляции легких. Больница готова принимать даже самых тяжелых пациентов. Здесь, да, это госпитальная база, она на 100% сегодня подготовлена и с точки зрения оборудования, и с точки зрения коек. И самое главное, мы пообщались с врачами, с медиками. Также 100% готовность, персонал обучен, знает и понимает, что нужно делать. Врачи получают непрерывное образование, каждый день учатся работать против пандемии, при этом не отвлекаясь от главной задачи – лечения больных. Владислав Чухров, Антон Захаревич и Евгений Чекалов. ОТВ.